Вы смотрите канал «Дедовский метод». Всем отличного здоровья и хорошего настроения. Сейчас просто хочу продемонстрировать, как я сделал полки. Снова тема продолжается, как бы, с отходов. Это у жены вот такой сарайчик небольшой, где хранятся ее все инструменты. И не только инструменты. Все, что... Ну, он маленький, конечно. Она, грубо говоря, мне говорит, что это неправильно. У тебя так сколько места, а у меня столько. Вот, хоть полки мне сделай. Вот, пожалуйста, начал делать полки. Ну, это как она сказала, так я и делал. Вот эти полки просто были книжные на чердаке. Достал, и вот так она захотела их поставить. То есть, как бы, вот, уже можно было бы выбросить такие вещи, но нет, они еще пригодились, видите. Так, кладовочка маленькая, ну, просто уютная, удобная, есть электричество. И вот такие полки с отходов кухни, потом компьютерного стола и чего только не было. Вот так сделал полки. Эти полки, конечно, я сделал уже намного позже, то есть обзор я это сниму. Это я просто показываю, как бы, как можно из, казалось бы, уже ненужных вещей сделать еще что-то такое, что будет вам служить. И самое главное, удобно. Вот и такой у нее есть шкафчик здесь, тоже также бэушный. Ну, это вот занимался этим буквально вчера. Сейчас она будет здесь наводить порядки. Вот еще одно, смотрите, вот не хватило мне чуть-чуть здесь длины, да? Наш конты нарастил, и все, пожалуйста, все есть, полочки. Да, замечание только сделала. Купи мне еще, мол, ленту, чтобы заклеить даже вот эти штуки. Ну, сказала, что лента очень дорогая. А там посмотрим. Она стоит копейки. Можно и заклеить. Пускай успокоится. Здесь же не жить. Здесь хранить инвентарь. Вот даже пепел у нее здесь. Ну, все, что можно. Да, это вынесли все отсюда. Все это убралось, чтобы только полки. Теперь она будет здесь заниматься. Это был инвентарь, также висел. Вот это также здесь было все, просто вкручивал саморезы большие, и здесь и лопаты висели. Вот как она придумает теперь, не знаю, как все хранить, потому что все плоскорезы, лопаты, сапки, грабли, все это вынесено пока. Ну, тема ролика, как можно сделать из... уже, казалось бы, ненужных отходов, еще вот такую, такие полки удобные. Сколько здесь можно всего разместить, да? С вами был канал «Дедовский метод». Спасибо всем за внимание. Счастья, здоровья и до новых встреч!